Приложение ФСА, позволяющее с помощью нейросетей манипулировать фотографиями, стало вирусным среди пользователей соцсетей. Эстафету подхватили также и в Узбекистане. Пользователи соцсетей заполнили свои профили искусственно состаренными селфи. Тем не менее, СМИ бьют тревогу. Они считают, что использование ФСА может представлять собой угрозу приватности. Поэтому стоит прекратить загружать в него свои снимки. По мнению американских сенаторов, приложение может представлять угрозу для национальной безопасности. Уполномоченные правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег немецких пользователей от использования популярного приложения. По его словам, существует опасение, что важные персональные данные могут попасть не в те руки.